1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч. В запасе 2 мяча и чуть больше уверенности, что этот май Ростов-Дон проведет в Будапеште. Ростовчанки принимают во дворце спорта венгерский Ференцвараш. Первые 10 минут гостям удается держать Ростов-Дон в тонусе. Донские красавицы отрываются максимум на 2 мяча. Но уже спустя несколько минут девушки убегают на 5 мячей вперед и дают понять, Ференцвараш обречен на вылет из борьбы за главный клубный трофей. Наша победа над Ференцварашем вдвойне приятна, потому что к важным матчам готовился 21 игрок. В прошлые годы в команде было много травм, сейчас же их нет. И это колоссальная работа нашего штаба и всех гандболисток. В концовке встречи чувствовал себя как в кино. Хотелось радоваться, прыгать, кричать игрокам «Браво!», но продолжал руководить командой и давать указания. Важен для нас матч, и я думаю, мы сделали все, что от нас зависело, а теперь будем готовиться уже к более серьезному шагу. Кстати, я говорю, я сидела на лавке последние 5 минут, я только поняла, что для меня это первый раз, что я попала в финал 4, я как-то об этом до этого матча даже не думала. А тут вот так раз. У меня очень крутое ощущение, но я понимаю, что это еще совсем не конец, и еще нужно очень-очень много поработать эти месяцы. Мы хотели именно сказать, что все, что у нас случается, это не везение, это не ошибка, что мы можем и что мы достойны финала. Но это был не единственный подарок Ростов-Дона своим болельщикам. В гандбол вернулись одни из лидеров команды – Майя Петрова и Анна Сень. Наверное, еще не с полным, потому что все-таки немного не удалось мне забить гол, который очень хотела. Но ничего, я думаю, хоть что-то помогла девчонкам в защите. Ну и вообще я почувствовала, что это такое, потому что безумно нервничала и переживала. Ростов-Дон впервые в истории выходит в финал 4 Лиги чемпионов и в мае отправляется в Будапешт. Ростех открывает дорогу научным прорывам и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос, стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех – партнер в развитии.